Разгрузились, начинаем монтаж. Теплица капелька 3М. Привет всем подписчикам канала Уральская усадьба. Сегодня 12 октября 2017 года. Смонтирована теплица капелька 3М. 3 метра ширина, 5 метров в длину. Свалена с профильной трубы. 20 на 20 стенка 1,5 мм поливерно-порошковый окрас. Светло-серого цвета. Поликарбонат 4 мм 0,8 плотности. 20-летний. Фундамент двутавр, мощный, сделаны отливы, пара форточных блоков. С одного торца форточка, с этого разрезная дверь форточка, 4 нитки системы подвязки, пара форточных блоков. Вся теплица приварена. Поставлены укосины для более жесткости. Отзыв клиента о данной теплице. Вы откуда о нас-то узнали? О нашей фирме? Мы узнали от своей дочки. Она в строительной организации работает. Вот и узнали от нее. Она меня и свозила туда к вам. Поэтому мы и заказали. Потому что отзывы были уже от их работников хорошие. Угу. Ну, качество сборки там вам понравилось? Понравилось, очень понравилось. А почему вы эту теплицу заказали именно такой марки? Ну, как почему? Не стали круглую заказывать, чтобы снег не задерживался на крыше. Поэтому и заказали капельку. Что отзывы, что снег... Все понятно, спасибо. Вам огромное спасибо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, оставляйте комментарии.